Доброго времени суток. Меня зовут Артем. Я инвестирую с 21 года, с октября, там, ноября месяца. Вот. Делал небольшой перерыв с февраля 22 по январь 23. С января 23 начал активно как бы откладывать на будущую старость, возможно, покупку дома или смену автомобиля. Ну, не суть. Короче говоря, хочу сохранить и немножко подкопить. Но ни в коем случае не заработать миллионы, потому что я понимаю, что на рынке нужно зарабатывать, а заработать миллионы простому человеку без капитала невозможно. Но увеличить, сохранить вполне себе возможно. Ну, начнем. Сегодня я расскажу о том, что я фиксировал убыток. Потом я делал ребалансировку своего портфеля. Ну, за счет продажи акций с убытком я их переложил. Потом пришли у меня дивиденды. Вот. После я делал перекидку, я в предыдущем видео рассказывал, с интернетом могут быть проблемы, в предыдущем видео рассказывал о том, как я на ИИС переводил деньги с основного счета от продажи Яндекса. Ну вот, пришли все дивиденды от Сбербанка, от Позитив Группа, вот комиссия за продажу 22.30, это я продал две акции продал Магнита, вот, соответственно, выплата дивидендов, снова комиссия, вот пополнение 2.300 и 2.300 вывод, это как раз таки я тоже перекидывал деньги на ИИС. Выплата дивидендов от Новатека. Тут снова я продавал Яндекс. Вот пополнение на 900 вывод. Это снова я перекидывал на ИИС. Вот выплата банкам Санкт-Петербурга. И 15 мая это мое крайнее пополнение 5000 на ИИС. Вот выплата дивидендов по Позитиву. Уже два раза Позитив заплатил. Вот это пополнение, это мне подарочная акция за открытие ИИСа. Это Северсталь по стоимости там на какой-то момент, когда я выбирал. Вот это продажи какие-то были. Вот это все дальше пополнение. Пополнение тут, короче говоря, в основном пополнение. Больше тут ничего нету, никаких дивидендов. Вот. Соответственно, ну можно посмотреть, с какого я начал на этом счету деньги вкладывать. Февраль. Вот, получается, январь. 17 января я начал пополнять деньги. Здесь нельзя в этом приложении посмотреть структуру в виде там графиков каких-то или других визуализированных форм. Вот что у нас, покажем Магнит. Мы фиксацию убытка. Вот у нас Магнит минус 1300, это 9%. У меня было Магнита 5 акций больше 20 тысяч, и это у меня по портфелю составляло в районе 15% от доля в портфеле. Соответственно, я снижал долю в портфеле, потому что крупные игроки пытаются. Какая печаль. Ладно, не будем сейчас это показывать. Можно по-другому это будет видеть. Крупные игроки либо пытаются сейчас кроликов развести, то есть выбить мелких снижением, подобрать там по... Вот Сберг докупил, уравнял, у меня теперь АП и обычки одинаково, вот их стоимость. Получается, АП
привилегированная выгоднее в плане дивидендов, она стоит дешевле, а в принципе как бы дивиденды те же самые. Сегежу докупил, одну усреднил, она упала. Яндекс продал, было 20, потом 18, сейчас 15 было, и вот сейчас 13 штук фиксировал прибыль по Яндексу. Китай меня немножко расстраивает. Вот почти $200 минус 9% по 100 они дивидендами заплатят. Ну, короче говоря, печаль. Соответственно, докупил вот трубную металлургическую, Татнефти докупил. Вот. Стало 12. Было там чуть-чуть совсем. Да, интернет плохой, к сожалению. Вот. Ну, теперь отчитаемся по портфелям, по каждому. За все время вот 7% он уже нагоняя перегнал основной счет, вот этот. Но напомню, ИС я открыл в марте. В апреле, по-моему. Давай грузиться, родной. Ладно, сейчас по ИСу пройдемся, пока прокашируется. Хотя теперь не тот. Тогда нужно снимать там, где хороший интернет. Детали. Вот. Детали. Детали. Вот. 45 200 я завел. 5 800 у меня уже вычет. Соответственно, 2 месяца ИИСу. Вот. Поэтому сейчас стратегия перегнать с основного счета на ИИС. Вот. С основного счета вот здесь у меня 5,37, а там 7%. Перегоняет ИИС по прибыльности. Вот. Соответственно, если мы откроем анализ и посмотрим акции, Озон, вот мой убыток уменьшается за счет одной акции. Банк Санкт-Петербург 3500 с учетом. Газпром вот я успел продать. У меня было какое-то количество, зафиксировал плюс 540. Вот. Группа Позитив, рост с процентами. Интрау пока только рост. Вот. Лента 52 рубля. Лукойл 4700 за все время дает. Вот Магнит. А если кто помнит, было 1300 минус, сейчас 1700, это то, что я продал убыток сверху 400 рублей, короче говоря, зафиксированного убытка. Так, ждем дивидендов от ОГК. Вчера, когда снимал ролик без звука, который я выложил и сейчас удалил, вот, купил вчера вечером одну акцию. Тут по графику была просадка. Сейчас я ее покажу. Вот у нас 30-минутный. Вот у меня несколько покупок. Вот они. Два лота я купил по 1000 штук на вот этой просадочке, а на общем фоне это будет выглядеть вот так. Красная свечка дневной. Вот они прогрузились все покупки. Вот. Соответственно, будем ждать роста. Все-таки дивиденды объявлены. Не знаю, почему упала она. Видимо, людям не понравилось то, что мало дивидендов, потому что раньше они платили больше всех. Вот, по 15%, а сейчас 8. Но это все равно приятно. Вот 10 было, 15. Но люди ждали больших дивидендов. Но, к сожалению, сейчас после 22 года идет просадка. 22 был, все заявляют, очень прибыльный. Но вот мы вышли на уровень
между 20-м и 21-м годом. Соответственно, УГК – это теплоэлектроэнергия. Вот. Полиметалл. Фиксировал я его, продал весь, нет у меня. Я из минуса выходил, из большого. Из полиметалла у меня перекочевал от ВТБ в Яндекс, ой, в Яндекс, в Альфу, и с Альфы вот сюда попал. Это наследство 21 года. Вот. Сегежа, вот Сбербанк с дивидендами и ростом показывает свою прибыль. Трубная металлургическая. И вот Яндекс 6000. Там плюс 5 по портфелю. Соответственно, вот 1000 или 1700 заблокированные. Плюс дает. Но это все виртуальный плюс, потому что они заблокированы. Соответственно, вот HT Group минус 300 рублей. Странно он считает как-то. И фонды. Фонды. Это по основному. А теперь по ИИС. Так. Можем сообщение пока прочитать. Что у нас тут? Заявка исполнена на покупку лота. Заявка. Рынки новости. Не будем сейчас их читать. И анализ. Вот банк Санкт-Петербург. Позитив. Интеррау. Лукойл. ММК Мечел. УГК-2. Привилегированный это с дивидендами. От Сумкомфлота ждем дивидендов. Вот, а здесь минус 400. И фонды. Золото подсаживается. В понедельник чуть-чуть докуплю среднюю. Да, плохой интернет, это плохо. Вот, получается, золото сейчас в коррекции. Четырехчасовой график. Вот дневной. Лесенка вниз, получается, можно сейчас закупаться. И будем ждать потом отскока вверх. Вот, внизу график, похожая история. Поэтому... Кто-то, видимо, выходил, фиксировали, сколько у нас фонд существует. Так, тут. Так, обзор. Ну ладно, не будем мы этим заниматься. Вот такая история. Всем удачи в жизни, прибыли на рынки. Подписывайтесь на YouTube. Кто подпишется в Telegram, хотя бы 1-2 человека, начну размещать новости. Можете задавать вопросы. Буду отвечать. Всем пока-пока.